Так, ну что, друзья, давайте залетаем в этот магазин. Добрый день. Здравствуйте. Я смотрю, с камерой. Для украшения. Да. Чтобы вкуснее было смотреть. Что у вас здесь за мероприятие? А, фестиваль. Что, поймали что-то, не? Слабо. Слабо, да? Всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем рубрику «Донецк от первого лица». И сегодня мы пройдемся в один из магазинов города. Покажу я вам ассортимент товаров, а также цены. Рынки я более-менее уже показал. Но есть еще там пару рынков, где я не был. Это текстильщик, объединенный. Ну и можно будет еще парочку, я думаю, найти. А магазинов я мало захватываю. Всем интересно, что же у нас здесь происходит. Поэтому давайте быстренько туда отправимся. Сейчас я на набережной, у нас опять жара, плюс 36 в тени, и вот там вдали, ну, меня видно, а на камере, я думаю, видно этого не будет, но купаются уже люди, как-то утоляют эту жару охлаждением в воде. И вот есть спиннингисты, рыбаки. Кстати, в Кальмиусе очень много судака и окуня. Поэтому много здесь спиннингистов пробуют свое счастье. Может быть, и какой-то трофейчик можно будет выхватить. На лодочке два мужичка будут дубасить что-то. Ну, протяжки делают, твичат. Че, поймали что-то, не? Да, слабо. Слабо, да? Сегодня, ребята, слабовато. Ну, на день не попадается. А так как с моим везением, то у меня последние 3 или 4 рыбалки я вообще ничего не увидел. Ребята, ну сейчас мы проходим больницу Калинина. Там она по левой стороне за этими деревьями будет. Здесь у нас жилищный комплекс европейский. Вот так он выглядит. Может, кого-то есть здесь родные места. Так можете увидеть. Вот еще актуальные цены на бензин на июль 2019 года. Я периодически записываю ролики с различными ценами. И для сравнения вы можете запечатлеть их у себя в памяти на июль 2019 года. Многие спрашивают, можно ли у вас купить автомобили в Донецке. Да, можно. Вот, ребята, как раз я сейчас прохожу мимо автосалонов. И здесь, ну, по вывеске можете увидеть, авто под заказ, Россия, Грузия, Литва. И вот там стоят внутри машины. Ну, в принципе, можно прийти и купить. А также можно сдать автомобиль в трейд-ин. Ребята, ну а по левую сторону у нас Донецкий национальный медицинский университет имени Горького. А здесь торговый центр «Атриум», ресторан «Бочка». Вот, кстати, курс валют на июль 2019 года. Доллар, евро и гривна. Так, ну что, друзья, давайте залетаем в этот магазин. Посмотрим, что тут за ассортимент. Может, что-то интересное я найду. Добрый день. Здравствуйте. Смотрю, с камерой снимаете? А, ну да, донецкий блогер, цены. Ну, цены поснимать так. Цены поснимать. Ага. Спасибо. Так, ребята. Это у нас, я так понял, отдель фруктов и овощей. Мы как раз пройдемся по ценам. А то говорят, мало ты фруктов снимаешь, ну будут вам фрукты еще. Дыня 56. Вот, кстати, такая дыня 28,56. Перец 56. Перец 269. Огурец 56. Помидоры. Дыня мал 88. Но еще не сезон, поэтому. Так. Здесь напитки.
13 рублей, такая маленькая, 0,6 литров. Вода мохито 28, минеральная 34. Ну, в общем, 28, 29, 55 рублей, 30. Ну, в принципе, как и везде. Так, это что у нас? Халва, фундук, фисташки, финик 52, цукаты по 338 за килограмм. Так, капуста 24, морковка 50. И что интересно здесь, вроде бы этот магазин недавно открылся, а покупателей хватает, я смотрю. Рыба живая еще есть. Это ее... где? Вот карпы зеркальные, чешуйстые. Угу. Цены, пожалуйста. Ага, 239. Ага, зеркальный 239 и 229. И единственное, что, друзья, вот я был на ЖД вокзале, там вы видели, в каком состоянии рыба. Многие писали, что рынки из 90-х еще у вас в Донецке. Ну а здесь уже как бы живого можно прикупить. Здесь, я так понял, замороженные продукты. Мидии 349 за килограмм, устрицы 799 за килограмм. Кстати, температура минус 16, минус 14 градусов. Так, гребешки 2243, ну это, конечно, деликатесы. Креветка замороженная 649. Мидии 400 рублей упаковка, тут полкилограмма, здесь, наверное, уникальные. Филе тунца 756, 339, форель 480, мясо форели 795, стейк зубатки 155 рублей. Так, ну а я возьму себе пломбир белый обычный. Так, что у нас здесь? Ага, это полуфабрикаты. 112, 137, 113, 126. Ну, в принципе, ассортимент неплохой. Не в каждом магазине вы такое встретите. Ну, мы инспектируем магазины. Так, а здесь температура минус 14. Молочка. Так, 16 рублей. Масло 99 рублей, 72,5 белорусское, 85 рублей. 105, 27, 27, ну это маргарин. Кефиры. Молоко 58, 900 грамм. Видите, не в литрах пишут, а в граммах. То есть на вес. Сыворотка 36 рублей. Ну, здесь 56, 36. Кефир 26, полкило. Так, йогурты 65, 65, 65. И вот 2 июля сделан. Сырки, сметана. Кстати, очень много донецких производителей. Добрыня. Сметана 65 рублей. Это 15%. 65 рублей. Ряженка 33 рубля. Какие всякие. О, кстати, что здесь? Лососевые бургеры 145 рублей. Давайте с той стороны сейчас зайдем. Филе 338. Крабовые палочки 74 рубля. Здесь крабовые палочки 300 рублей за килограмм. Вот здесь ананасы, джемы,
О, кстати, здесь соусы тоже есть. Кетчупы 28 рублей. Норма. Вот она. Балтимор 43 рубля соус. Ну, в принципе, 30, 39, 30. Так, колбаса. Ну, колбаса разная. 770, 550 рублей. 618. 624, курхан 313 рублей, баварская 753, докторская 374, 177 рублей, это гардаш какая-то, с говядиной 335, сосиски 229, 250, 174. Так, еще у нас по мясной продукции печень 89, сердце 119, печень говяжья 124, филе индейки 399, бедро индейки 349, голень. Ну, в принципе, вы все можете видеть. Мякоть 249, свинина отбивная 294. Четверть куриная 132, голень 126. А курица в какую цену у вас? 129. А, 129, спасибо. Так, курица 129, филе 212. Тут еще один рыбный отдел есть. В принципе, здесь готовая продукция, я так понял. Все запаковано. Но это вам не 90-е. Давайте попробуем. Салат 153, херсонский. Мидии 506 за килограмм. Таранка. Щука 338. То есть ассортимент хороший, я бы сказал. Вот я во скольких магазинах не был. Там такого, в принципе, изобилия товаров нет. Филе сазана 289 рублей. Лосось 950, окунь 340. Тут еще со льдом есть. А лимон это для украшения? Да. Чтобы вкуснее было смотреть. Понял. Не, ну, натюрморт. Так, карп 239. То есть без разницы, или я здесь, или там выловлю. Да, цена одинаковая, да, будет 239. Это витрина, а как мы вылавливаем полностью? С аквариума, свежим. Угу. Стайкуем, если надо, чистим, покрашиваем. Понятно. А вы сами, да, чистите? У меня дома уже. А, я понял. Сами или угу. Лосось 950. На уку 149. Скумбрия 185, селедка 118. О, щупальца осьминога 2358. Лангустины 799. Так, а что я в магазин пришел и ни хрена не купил? Друзья, вы подписались на мой канал уже? А? Ждите новых выпусков. Я на рыбалку как не приеду, так вас даже и не видно. А вы тут себе плаваете. Сетями вас выловили, наверное. Так, давайте мы возьмем 17-ю. О, кстати, яйца по 48 рублей 10 штук. Новоазовская птицефабрика S1. Вот здесь соки 15. Пиво крутое 75 рублей. Ну, обычное
26 рублей. Черноморская. Это конфеты. О, кстати, крупы. Крупа кукурузная 26. Рис 61. 53. Сахар 43. 35. Манка. Рис 63. Гречка 42 рубля. Ассортимент товаров большой, все так сразу и не покажешь. Хотя я так, в принципе, прошелся уже по магазину, показал вам. Не, спасибо. Не. Да не надо. А почему скидочки будут у вас? Бонусы копиться. Опа, чуть не упала. Так, а это что за движуха здесь собралась? А подскажи, а что у вас здесь за мероприятие? Фестиваль. Танцевальный фестиваль? Это вы все выступаете? Вы будете выступать? Да. Вас показывать это будут? Не знаю. Мы должны снимать. Ну ладно, удачного вам выступления. Спасибо. В общем, друзья, поснимал я вам немного цен, вам эта рубрика, я смотрю, очень нравится. Мы периодически будем выпускать эти влоги. С вас, как всегда, активность на канале. Пожалуйста, напишите и сравните цены с вашими продуктами. А также посоветуйте, может, что-то еще мне можно поехать заснять, что будет очень интересно. Может быть, какие-то интересные места, посоветуйте мне, пожалуйста, в комментариях. Ну а с вас, как всегда, подписка на канал, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. С вами на канале был Виконста. Пока-пока.